К сожалению, даже когда лично вот я, например, я знал по своим источникам, Господи, я когда-то еще в октябре прошлого года предлагал нашим руководителям нашего ФСБ, у меня была возможность, ну, личный контакт. Тимура Иванова, бывший замминистра обороны, все знают. Это был октябрь 22 года, 2 года назад. Я предложил, позвонил высшим руководителям федеральной службы безопасности и сказал, сволота разная зарабатывает на армии. Я написал письма. Я предупредил, что может быть. К сожалению, почти ни в чем, ну, кроме одной позиции, не ошибся. И, допустим, все эти имена были известны нашим начальникам ФСБ. Но перепроверить... Я же ничего не просил для себя. А я рисковал жизнью в этот момент. Но у нас же великие все генералы. Вот Путин узнает об этой истории. Я действительно звонил в приемные, в невероятные. Возьмите. Неинтересно. Ну-ну.